Так вот, привез я помощника своего. Сейчас будем культивировать под посадку картошки. Такой мотоблок. Ему уже 10 лет. 10 лет он у меня. А что могу сказать? Ну, как и любая отечественная техника, требует доработки молотком и напильником. Но, в принципе, в плане вот надежности механизмов, механической части, очень-очень хорош. Я им поднимал целину, вот, грубо говоря, ну, на том участке, на этом участке. Вот здесь у меня росло, вот видно здесь раз береза. Вот здесь вот еще береза росла. Там, где бочка, две огромных березы, здесь все было в корнях. Я им, вот этим культиватором, вырывал корни, ну, толщиной с руку, наверное. Ну, в общем, я его убивал как мог все эти 9 лет, пока работает. Единственное, значит, как обычно у нас все стабильного качества производится. Поэтому мотор у меня, первый мой мотор, сломался после года эксплуатации, на следующую весну. Это другой, уже второй мотор. То есть ему получается сколько? 9 лет. Где-то 9 лет ему. А тот отработал год. У него, значит, вот здесь вот на задающем диске магнит выскочил и размолотил мне полностью весь картер, вот этот вот корпус. В общем, все там. Ремонтировать нечего было, проще было купить отечественный мотор. Изначально, когда я приобретал его, можно было купить с двигателем Honda, это Honda, Subaru. Вот. Но я посчитал, что вот это вот, ну, более распространенно, его проще отремонтировать на коленке в деревне. Вот. И я взял его. Конечно, намучился я, чтобы его довести до ума, даже больше не двигатель-то более-менее работал, а вот карбюратор, это уже второй карбюратор здесь. Первый не работал сновья. У него материал поплавка был сделан из чего-то такого, что просто разбухало, и он заклинивал в корпусе. Я мучился, мучился, подпиливал там его. Чтобы, во-первых, выяснить причину, я потратил очень много времени в сезон. Представляете, когда нужно копать, пахать. Я занимался настройкой карбюратора. В итоге я потом купил другой, и он, в принципе, после небольшой доработки сразу заработал. А так вот, конечно, вот эти вот мелочи, которые в нашей технике убивают, конечно, просто вот выбешивают, от них никуда не уйти. Но в плане механики, вот крепости вот редукторов, здесь такая мини-автомобильная коробка, можно сказать, вот с таким переключением. Ни ремни никакие, здесь шестеренки взрослые, делается это в Калуге, все. То есть вот с этим проблем пока не было. Единственное, за 10 лет вот вышел из строя тоже механический износ. Вот эта фиксация рычага. То есть вот эта клавиша. Сейчас я попробую показать. Вот эта клавиша, она не держит этот рычаг вот в таком вот состоянии, как должна. Но у меня, я покупал сразу, знал, что это слабое место, я сразу купил эту ручку запасную. Она у меня есть, но поменять времени не хватает. Поэтому я пока по-народно-крестьянски использую проволочку такую вот, ей фиксирую. Вот, а так, в принципе, конечно, машина-зверь. У меня есть еще к нему, ну, комплект колес металлических, резиновых, соответственно, заводских. Фрезы эти я удлинял. В стандарте идет вот 4 фрезы, я 6 поставил. Значит, есть у меня к нему гусиные лапки, которые целину поднимают. Кстати, очень даже мне понравилось с ними работать, но медленно. Вот это вот все быстрее гораздо с такими фрезами происходит. У меня сейчас уже целины нигде нет, где не нужно. Этим я быстренько сейчас все спашу. Что еще? Есть у меня 2 окучника, которыми я раньше нарезал борозды под картошку, под посев, борозды клал картошку, сверху вот этими гребнями засыпал. Сейчас я отказался от этой схемы посадки, я просто делаю ровный участок и по нитке сажаю картошку, которую потом впоследствии окучиваю. Вот. Так проще, потому что нарезать борозды им тяжело. Он сам тяжелый по себе блок, это тяжелый блок, сразу говорю, работать с ним непросто. Вот. Это не маленькие там кроты всякие, даже Нева та же, гораздо легче. Но не такой, как вот белорусы делают. Еще есть такой хороший мотоблок.
полегче, но тоже тяжеловат он, конечно. Если вот им что-то нарезать, борозды какие-то, как вот под картошку я делал, я вам скажу, я просто с ног валился после этих процедур. Вот, поэтому я сейчас так не делаю уже. Просто сажаю на ровную поверхность по разметке. Все, что... Вот такой агрегат. Его, по большому счету, наши умельцы-конструктора с итальянской модели срисовали, как я понимаю, когда я изучал этот вопрос по выбору мотоблока. Вот. Конструкция, в принципе, мной вот за 10 лет проверенная. Не знаю, у меня работает. Единственное, что вот мотор, может быть, есть смысл импортный купить сразу. Но это дороже сразу. И сейчас говорят, что тоже качество нестабильное. Вот. Еще какой-то Лифан у них, по-моему, ставится. Китаец стандартный, который у меня на снегоочиститель стоит. И в этом году я с ним зимой тоже помучился. С карбюратором, кстати говоря. Так что смотрите. Я доволен. За 10 лет он мне, конечно, послужил здорово. Лопатой то, чтобы я копал, я бы уже сломался 10 раз бы. А он только один с мотором. И то, видимо, заводской брак. Совсем забыл я сказать, что вот этот кронштейн, который крепится к картеру коробки, от моей варварской эксплуатации, я не знаю, видно здесь, нет? Отвалился, короче говоря, просто-напросто. Пошел сначала трещина, потом, ну, до конца не отвалился, но была трещина, в общем, можно сказать, что я оторвал, вот варил там заново с двух сторон, приваривал, вот, более не было такого. И сошник вот этот должен быть прямой, а вы видите, да, какой изгиб он имеет, и он у меня даже здесь уже ломался пополам, у меня есть запасной, но я все что-то жду, его не ставлю, а... Использую этот. То есть я просто-напросто этим сошником корчевал корни. То есть вот цеплял, в землю втыкал, и он мне выковыривал огромные корни. Вот эти фрезы тащили мотоблок вперед, а им я, грубо говоря, корчевал, ну не пни, а довольно-таки приличного размера корни. Поэтому он вот такой вот имеет у меня загиб. Вот, но у меня есть запасной, но я все экономлю. Жду, когда этот окончательно уже, я не знаю, что с ним может случиться. Я его то подварю, то подогну. В общем, пока вот он в таком виде. Так что вот я забыл сказать, что вот эта штука у меня отрывалась. Но это, я вам вот честно говорю, это только вот мои вот эти вот бесщадные эксперименты по проверке его возможностей. Пока он справляется. Ну все, теперь-то у меня все подготовлено, и он по назначению будет использоваться, то есть чисто культивировать довольно-таки легкую почву. Так что пусть он меня простит за такое варварство, но как бы вот так. Чё-то орёт мне, не иначе клад вырыл. Я во двор вхочу, в огород я полечу, только шины накачаю. Я сегодня не шучу, во дворе стоит братва, жопу пьяная с утра. Мне кричат, куда опять ты с утра помчался на. Еду я сажать картошку, хоть и закусали мошки. Ну а ты опять бухать, что зимою будешь жрать. Еду я сажать картошку, хоть и закусали мошки. Ну а ты бухой алкаш, скалатухи, губодаш.
Чистовое, говорит, будет второй раз, когда он проходит. Первый раз проходит просто. Нет, я раза три уже. Три четыре. Чтобы побольше сорняков было. Да, да, чтобы больше сорняков, говорит, было, чтобы порезать корни уже помельче, чтобы потом умаяться. В огород я прикачу, и лопату я схвачу, самую большую, дуру вот такую. Буду целый день пахать, за ушей не оторвать, чтобы под зимою я до картошечки пожрать. Еду я сажать картошку, хоть и закусали мошки. Ну а ты опять бухать, что зимою будешь жрать. Еду я сажать картошку, хоть и закусали мошки. Ну а ты опять бухать, что зимою будешь жрать. А потом мы сюда под лопату будем сажать. А здесь раньше, кстати, были березы. Мы тут выкорчевали их и уже года три выгребаем вот такие вот корни. Видите? Не тоненький корешочек, да? Березы были большие, в общем. Вот. Так что нашему достается очень сильно. Зацепился за корень. Нашему мотоблоку сильно достается. Бедный несчастный. Еду я сажать картошку, хоть и закусали мошки. Ну а ты опять бухать, что зимою будешь жрать. Еду я сажать картошку, хоть и закусали мошки. Ну а ты ухой алкаш, стала руки тумана. Вот сегодня кто-то, не знаю кто, но местные в порядок приводили памятник на 9 мая, видимо. Красили, убирались. Мы им давали два вида лестниц. Здесь они навели порядок, красоту. И буквально в 400 метрах они насрали. Что за люди? Вот кинули прямо на дороге. Я проезжал, подобрал перчатки, баночек с краской, валик. Вот как, я не знаю, какое должно быть у людей несознание, бессознание, не знаю, как это назвать. Ну как их научить порядку, я просто не представляю. В одном месте сделать красиво, а в другом месте насрать. Так что так вот, мне кажется, что наш народ уже не справить. Не знаю, чем только можно это дело все в порядок мысли у них привести, не знаю даже. Вернее, я знаю, но сказать не могу.